Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем играть в The Binding of Underswap Neonic. И сегодня я бы хотел поиграть за королеву Ториэль. Итак, поехали. Ну и, конечно же, еще я задумал попробовать пройти Амальгамета, то есть Молчание. Но для того, чтобы его пройти, играть нужно довольно быстро. Естественно, быстро играть довольно сложно, потому что в этой игре нужно думать, стараться, принимать правильные решения, чтобы взять правильную вещь, чтобы пойти в правильную комнату. А быстро это делать довольно сложно, поэтому нужна какая-то тактика, которой нужно придерживаться. И тут непонятно, проходить ли все... Весь этаж полностью, да, зачищать. Или проходить... Так, вот давайте вот это вот. Камень подорвем. О, две бомбы. Проходить ли этаж полностью, открывая все комнаты? Или... Так, он, наверное, не достанет, да? Ух ты! Смотрите-ка, я секретку открыл. Так. Больше здоровья. Так. Неплохо. Неплохие пилюльки выпали, да? Думать, конечно, придется... Так, вот тут как сделать? А вот тут никак. Тут можно и ключ взять. И... Так, стоп. И паузами пользоваться. Ключ можно взять. И... Открыть доступ к сундуку каменному. Но у нас бомб нет. Денег нет, получается. Поэтому смысла в этом нет. Подходить к монстрам тоже вплотную не стоит, потому что они могут от наших этих выстрелов взорваться. Ага. От слез остаются ядовитые лужи. Так, стоп. У нас, получается, весь этаж открыт, кроме магазина. И, в принципе, можно... Вимсон. И можно к боссу идти спокойно. Воу-воу-воу, ничего себе. Они плохие, да, остаются такие лужицы-то от слез-то, смотрите. Так, и причем взрывы частые. Ага. Теперь мы плачем быстрее, да? Хорошо. Чериск, это оружие Чериск. Нормально. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет-нет-нет-нет-нет. А что же делать-то тут? Тут что-то их очень много, очень, я не знаю. Так. А, от взрыва они только друг от друга, смотрите, как отдаляются, да? Так, нужно скорее-скорее уходить. Уходить, уходить. Это же только время тратит, понимаете? Тихо-тихо. А, они еще двойные мухи. Ты посмотри, что творит. Как они взрываются-то жестко. Да, кстати, слезы, я заметил, стали меньше. Я надеюсь, что эти лужицы для самого персонажа-то они... А, нет! Все равно задело. Но... еще синие сердца остались, поэтому ничего страшного. Сделка с дьяволом испорчена не будет, и, скорее всего, нужно будет... Ой-ой-ой. Эти-то плохие пауки, они взрываются. Они так и так взрываются, на самом деле. Еще и эти пауки, смотрите. Обычные пауки, необычные пауки. Хотя, смотрите-ка, от луж, да, им не очень-то хорошо. Им не здоровится от них. Так, монетка выпала. Не помню, правда, что она делает. Но если мы найдем новую вещь, то... Я это выясню. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, мы ведь должны искать ключи всякие. Камни... Тихо. Тихо-тихо-тихо. Так, спокойно. Мы не все нашли. Да? Ну давайте сейчас с червячком сразимся. Так. Ой, нормально, смотрите-ка.
Он же на лужицах. Он на лужицах быстро умирает. А, Крампус. Ну, в принципе... В принципе... Да, да ладно. Как я не заметил-то? Так, а ну-ка, Крампус, давай. А, я когда урон получаю, у меня... Монетка из меня вылетает, я понял. Нет? Что-то Крампус мне все портит. Все портит мне Крампус сегодня. Так, давайте посмотрим, что тут выпадет нам. И давайте-ка пойдем еще вверх, потому что что-то мы сердца уж очень-очень потратили так невыгодно. А, это уголек. Хорошо. Уголек это... Воу-воу-воу-воу, ничего себе. Ты посмотри, что творит. Нужно же... Ну, смотрите, урон-то неплох, да? Так, в эту мы не пойдем комнату. А я просто тороплюсь, понимаете? Я понимаю то, что играть нужно быстро, и мне сложнее уворачиваться. Вот в чем. Подвох! Ну все, это... Это меня опять ужалило, ударило. Опа, иммунитет к взрывам. И синее сердечко в магазине. Так, вот это уже интереснее. А иммунитет к взрывам в данном случае это самое оно. Ведь у персонажа-то как раз-таки такая способность. 6 минут. Ну, то есть, если мы будем проходить чуть быстрее, чем обычно, но не прям рваться вперед, то, может быть, даже будет все нормально. И мы сможем подраться с молчанием. Лост. А это плохо. Это время мне, конечно, очень сильно сократит. Так, это получается, я могу к ним прям близко подходить, и взрывы ничего не испортят, да? Да. Ой, это плохо, кстати. Ну, урон, смотрите, нормальный такой, да, получается у нас? А чё, мне ничего даже не выпало? Ничего себе. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А. А, даже так. Ну, нормально, пойдет. Здесь мы быстренько так проходим-проходим, не задерживаемся. Так, а я же могу уворачиваться от этих вот... взрывов-то. А тут как мне сделать? Ну вот, смотрите. Меня даже, видите, не задело. Так, это получается... А, все равно нужно... Понял. О! Но тут, понимаете, тут некуда было деться, на самом деле. Можно было бы, конечно, попробовать взорвать... Этот камешки, но у меня просто... Ух ты, стоп. Я знаю, что это такое. Это Джокер. Ух ты, какая штука интересная. И сразу же урон, да? Так, теперь надо магазин искать. Это урон. Вау, вот это нормально, смотрите. Я уж испугался, думал, плохая. Нормально, нормальная пилюлька. Это мы потом применим. Теперь магазин ищем. О, это эти. Они будут... Они будут охотиться на нас, эти косиношки. Так, теперь магазин. Ага. Еще тут ресток, кстати, есть. Тихо. Ресток. Слушайте, но мне не так ресток важен, как сердца сейчас, потому что я очень спешу. Мне нужно сейчас сразу же босса искать.
А, ну да, взрывы-то они ж ничего не делают, правильно? А от этих-то вылетают эти, как их, пульки всякие. Здесь именно нужно быстро. Здесь задерживаться не стоит, хотя мало, мало всего. Ключей там, бомб. Но поскольку проклятие такое неприятное, то... Так, 9 минут, да, мы уже тут? Слушайте, ну надо как-то думать уже что-то. Что-то думать. Тихо, тихо. Хорошо, хоть урон у нас неплохо так. Нет, 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 не надо. Жалко, что я не, летать не могу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так, меня же не задевает? Нет, не задевает. Тихо, тихо, тихо. Так, теперь давайте смотреть. У нас же тут грибок появился. А, и нужно понять, что за монетка. А, монетка, я понял, при уроне дает мне монеты. Ну, вот такую штуку можно взять. Кстати, она может улучшить... Тихо. Тихо, тихо. А, да, от слёжи остаются эти. Да-да-да, что это такое? О, это плохая. Это очень плохая попалась. Пилюлька. Она мне все испортила, можно сказать. Ну, никак, не все испортила. А, вот, смотрите, вернулась. Magic. Так, это у нас кто? Ой-ой-ой. Да ладно, это он? Это очень неприятный босс. Но лужа, лужа. Так, это получается мы сейчас... Ух ты. Ух ты. Так, хорошо. Это. Давайте. Стоп. Это у нас кто? Бесконечный... Это жизни у нас тут. Мы можем сердца попробовать. Давайте попробуем так. Так. Что за карта? Еще какая-то карта? Фрогит. Флоуи. Флоуи это у нас отшельник, да? А Фрогит это четвертая карта. А что у нас четвертая карта делает? Кстати, я так зря сделал, у меня урон только уменьшился. Давайте посмотрим. Карты. Это сложно, конечно, будет сделать. Четвертая карта — это император... Это к боссу, да, телепортирует? Может помочь. А девятая карта — это... Да. Так, хорошо. Получается, так и так не получилось, да? Ну ладно. 36 на 36. А, нет, 33-75. Опять лост. Да ладно. Игра, походу, не хочет, чтобы я это... Нормально, да? Чтоб нормально все было, игра так не хочет. Я понял. Так, а ну. А я же могу вот так сделать. Так. О, вот это прикольная штука. Это я возьму. Это бомбочки будет. Бомбочки будут появляться. Ну, ключ у нас есть, я могу. Копирует. Нормально. Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, как здорово. Смотрите, как замечательно получается. Так, это мы убираем все. Это мы все убираем. Сюда иди. А урон-то у меня... А, урон у меня... Урон у меня сейчас нет у меня урона. Потому что я, видите, как сделал. Неудачно. Неудачно получилось. Хотя, пока хватает. Просто я забыл, что... Я не знал, честно говоря, что
если поторговать с дьяволенком, то это повлияет на ауру. А сейчас, а заново дамажиться я не хочу. Ну зачем мне это надо? Сердца-то. Так, это мир, да? А, это не работает в таком духе. В таком духе это не работает. Я думал, что мир раскроет... раскроет карту, но нет. Кстати, такая ошибка уже, по-моему, допускалась. Я, видимо, просто забыл. Так, ну, естественно, мы будем, конечно, собирать монеты, тем более, что у нас, видите, как оно работает. А, это двойной паук, да? Да. Взрывы помогают. Воу-воу, трезубец, это что такое? Ничего себе. Ничего себе. А мне надо ведь как-то найти будет сокровищницу. Но как же мне это сделать? Главное, трезубец ее выпал. Ее личный трезубец. Слушайте, так это если у меня красная аура будет, у меня урон вообще будет нормальный такой, да? Так, надо побыстрее. 13 минут уже, честно говоря. Но нет, к боссу Рашу-то я не пойду. Это ладно. Ух ты, это хорошая штука. Это да. Так, теперь магазин. Магазин ищем. Нет, я не хочу. У меня игра и так, ну, неплохо пошла, в принципе, поэтому... Зачем? Воу-воу, тихо-тихо. Игра неплохо идет, я не хочу ее портить. Не-не-не, не надо, не надо, ребят. Не надо в меня всякой гадостью стрелять. А куда же идти-то? Мы оттуда пришли. Нам теперь нужно либо в магазин, либо... А, вот магазин. Все нормально. Магазин и босс. Все? Так, давайте так сделаем. Во. Так, берем это. Вот это делаем. А нам не хватит денег, чтобы задонатить для ангела, да? А мы на удачу будем надеяться. Gift Rod. О, это да, это серьезно. А, лужицы же, точно, еще взрывы будут работать. Да-да-да-да-да. А чего он так... А он так всегда делает? Когда... А, смотрите, огонек. Так, ангел выпал, замечательно. Ух ты. Так, сражаемся. А, это... Это этот, это сильный который. Тихо. 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 А, огоньки же еще, точно. У меня же огоньки есть. Но я не уверен, правда, работают ли они. Все, забираем и быстренько идем дальше. Неплохо, неплохо. Правда, удастся ли Хаша победить? Вот это... Да ладно, опять лост! Вы прикалываетесь, что ли, надо мной? Зачем так делать-то? 15 минут, однако... Так, надо спешить, ребят. Спешить надо. Ту-ду-ту-дум. А, ну они, смотрите, их все равно пробивает. Что интересно. Так, какая... Ух ты, сколько тут сердец-то мне выпало. Так это я могу... эту комнату, суперкусачку найти и все. Причем я могу сейчас играть неосторожно. И все равно будет все нормально. Очень хороший артефакт. Очень подходит Ториэль. Еще осталось найти полет. Ух ты, мозг магнитный. Смотрите-ка, да? Быстро-быстро делаем. А, у меня изменилась опять аура. О-о-о! Тоже неплохо.
Это у нас карта... это Джокера. Это неплохо. Это может помочь. Куда нам? Тихо, тихо. Так, магазина я чего-то не вижу. А, это вообще бесполезная комната. Тихо. Так, это у нас что? А, это мошки. Окей. Идем вверх. У меня и так есть приколюха. А вот сюда бы я бы зашел. Давайте быстренько возьмем. Что тут есть? Неплохо тут есть, смотрите-ка. Неплохо. Это босс. Окей, запомним. Теперь нужно найти сокровищницу. А, урон. В смысле минус 6? А у меня был больше, что ли, урон? Я не заметил этого. Так, давай, давай, быстрее. Быстрее. Магазин. Так, давайте в магазин. Зайдем. Ага. Библия. Библия и полет. И сердце, смотрите, еще выпало. Так, а как же нам поступить-то? Взять ее, Библию-то эту. Тогда мы можем быстренько победить Альфис. Очень-очень быстро мы сможем победить. Максимально быстро. Надо подумать. Надо очень сильно подумать. И полет может пригодиться, в принципе, в некоторых местах. А у других у нас предметов нет. Да? Или задонатить, чтобы ангел появился. Ровно 15. Ну, то есть это не факт, что получится. Чего он там делает? А, он сердце тоже убивает? Так, а сердце он тоже убивает? Ух ты. Во, вот это полет теперь. Вот это нормально. Так, магазин мы, получается, нашли. Нашли сокровищницу. И теперь мы можем спокойно идти к боссу. Да. Да, получается так. Ну все тогда, давайте побежали быстренько. Так, а куда идти-то? А вот куда идти, теперь непонятно. Но мы за 20 минут не побеждаем. То есть босс Раша так и так не будет, это понятно. Вот босс. Булкин. Это война, по-моему, да, Булкин? Да. Тихо, тихо. Теперь он будет бегать, да, по ним? Так, теперь поехали. О! Это хорошо. Ключик у нас теперь есть. Воу-воу-воу, неплохо. Все, забираем ключик и поехали. Ключик есть. Защита есть. Неплохо так. О, Витёк. Ой, некрос тут. И тут все. Смотрите-ка. О, я могу, кстати, с помощью этой фигни сейчас красную себе сделать эту. Так. А чё это? Так, нет, это я сейчас что-то как-то долго все. Долго очень. Мне нужна красная аура. Что за карта?
Это про бомбы. Денег нет, поэтому... Поэтому обоих сейчас. А Витёк неуничтожимый, что ли? Что за приколы? А, вот теперь у меня урона. Урона много, и я могу просто разруливать. Это что? Минус удача. Так, неплохо так. А, пончики летающие. Это магазин у нас, да? Так, а вот это уже любопытно. Вот это... Что это такое? Знак вопроса. Знак вопроса. Давайте возьмем, что ли, знак вопроса. А почему, кстати, не видно... А. Что-то непонятно. Чего-то мне это непонятно. Спокойно. Чего-то мне это непонятно. Это та штука, которая дает выбор? Или что? Это она или нет? Так, в магазине мы были. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Какули. Ой. Слушайте, мне урон-то... Урон-то мне... А, нет, мне снова урон дали. Нормально. Так, это что получается? Мы... О, это надо быстро. Это я начинаю уже не успеваю. Где карта Фронги-то? Ее нет. А, Витька нельзя уничтожить, по-моему. Реально. Так, быстро. Ребята. Patience. Нужно быстро находить комнату. Быстро надо. Где же она? Тихо, тихо. То я уже так не успею. И тут ее нет. Быстро. Вот она. Нашел. Нашел, нашел, нашел. Тут что? Ерунда. Тут что? Двойка. Самонаводящиеся бомбы. Так, Dice Room. Ну-ка. Dice Room. Чё тут Dice Room делает? Так, ага. Бежать! Бежать, бежать, бежать к боссу надо срочно. У нас есть 6 минут где-то. Бежать. Мы сейчас эту Библию используем быстренько. Так, и мы берем, получается, мы в прошлый раз ходили в вниз, в преисподнюю, да? Сейчас пойдем вверх. Так, это у нас ножик. Поехали. А что, ничего не выпало, что ли? Да ладно, с таким-то шансом. Или мне показалось? Ну все, тут надо прям разгоняться. Прямо...
Прямо разгон должен быть. Ура! Ой-ой-ой, без урона оставили, да ладно. Так. Быстро, быстро надо, ребята. Я ж так не успею. Главное, чтобы ключи были. Я даже решил, видите, как сделать? Тихо. Ну, с ними, конечно, да. Вообще, проблем не оберешься. А и смотрите, как сердца-то у меня проседают. Да. Как же мне быстренько-то их всех убить? Быстренько. 5 минут осталось. А чё тут? Reveals part of the map. Это та самая, что ли? Книга с этим... со щитом, да? Какой уровень-то огромный-то? Мне это не нравится. Мне это реально не нравится. Я ж так не успею. Так, а, вверх. Как же мне быстренько это все сделать-то? Руна. Ой-ой-ой. Какая руна-то? Жесткая. Выпала, да? Это надо как-то с ним... А, он долгий очень. Это с хвостиком, который... Хвостик. Так, вопрос. Вопрос. Вопрос, вопросович. Ага, это ерунда. А, и это... Больше ХП. Так, побежали. 4 минуты осталось. Хорошо, хоть не это, не... Не потерявшийся. Куда же мне тут бежать-то? Прям лететь надо, как бешеный. Ну и где ты? Так, это мне некогда. Это мне некогда. Это мне некогда, ребята. Вообще некогда. Некогда мне. Можно же их эти взрывать точно. Двери-то, ой-ой-ой, не туда. Да, я забыл, что так можно. Да ну... Что ж вы творите-то? О! Все. Нашел. На! Все нормально. Так, теперь мы идем к Хашу. Мы идем к Хашу. И сейчас, да, мы там даже сможем чего-нибудь хорошего. Lost. Но это не страшно. Так. Trail of Tears. Копирует других. Вот это давай возьмем. Это что? Poison бомбы. Slow. Так. Замедление, наверное.
Не очень, конечно, артефакты. О, это хорошая штука. Отдача. Отдача не нужна. Теперь магазин смотрим. Так, ну тут... В принципе... Ничего такого, да? Давайте так сделаем. Я не знаю, урона нам хватит, чтобы Хаша победить. Я что-то не уверен в этом. Немножечко. Артефакты-то такие, да, выпали. Ну, средние довольно-таки. Ну ладно, давайте попробуем, чего уж там. В смысле, маленькая собака? Ну, в принципе, дамажит нормально его. Что, музыка какая-то непонятная. С угольком, кстати, тоже нормально будет сочетаться. О, поехала. Да ладно, Тоби Фокс. А, лужицы на него уже будут работать, правильно? В принципе, с таким рейнджом шанс победить его есть. Ой, 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 я запутался. Тихо. Пошел, пошел. А, вот замедление. Вот как раз я об этом и говорю, что хорошая штука. Пошли, пошли, мухи. А чё они такие-то? Здоровые-то. Главное, не убиваются никак. А, вон, смотрите, замедлил эти. Замедлил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Спокойно. Тоби. Мухи неубиваемые у него какие-то, реально. Хорошо, что у меня скорость большая. Нормально. А, не меша... Что это? А, это эти. Они мешают, реально. Они реально мешают, мухи эти. Чем я дальше, тем лучше, да, получается? О, нет! Нет, 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 нет. Это самая прям противная штука, которую он только может сотворить. Тихо, тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, пупырки. Тихо. Как они так... Да ты что творишь? И главное, пока я пупырки-то не убью, они у него стреляют вообще. Вы видите вообще? Понятно. Понятно. А какая следующая будет? Аура. Мне главное ауру какую-нибудь хорошую. Да что ты делаешь? Помогите! Что творит? Ага, и спрятался. Нормально. Нагадил и спрятался. Хорош. Только не надо вот это вот. А это что такое? А, ну это вроде не страшно. А нет, страшно. Нет. Вот это как раз страшно. Ну ничего, ничего, осталось-то... Все, победил. Но я, правда, могу зафейлить. А разве у меня нет такого... Этого? Странно. Так, мы у нас идем вверх, правильно? Да. А разве у меня нет такого артефакта? Странно. Так, теперь выключаем... Unknown. Теперь выключаем режим...
Это что? Это... О, неплохая штука, кстати. А, сейчас будет крутая музыка, да? Я очень быстро стреляю сейчас. Это из ауры. Это одна из аур, которая, в принципе, не такая плохая. То есть, есть аура у нас урона. А есть вот такая аура, которая позволяет очень быстро стрелять. И это тоже неплохо. Это неплохая альтернатива, согласитесь. То есть... А почему бы и нет? И главное, у Ториэль постоянно глаза закрыты. Воу. А, ну это такое. Хотя больше не нужна тут уже Библия. Она не будет работать так и так. Все, начинаем восстанавливаться, ребята. И уже быстро играть не обязательно. О, это плохо. О, пошло, пошла музыка. Так, это у нас кто? О, понял. Ух ты, сырок. Ну ничего, это мне... Фортуна? А денежки, в принципе, уже не нужны. Магазинов-то не будет. Нормально его так. Разбомбило, да? Ух ты, а чё так много-то их тут? И главное, и жадность тут, смотри. Можно и секреты поискать. Вообще-то, я забыл об этом. О, некрос. Лайк. 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 И реально лайки сыпятся, смотрите с меня. Ну, почему бы и нет. Можно теперь весь уровень посмотреть. Так, это кто? А, это бобы. Ну, это не страшно. Так, карта какая-то. Фрара. Стоп, 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 стоп. Это хаос-карта, что ли? Ну, она не нужна нам вроде. Мы и так неплохо сражаемся. Это шестая карта? Нет, это 10-15, 15-я. А, это дьявол. Это всего лишь дьявол. Не, эта карта нам не нужна. Нет, спасибо. Немного мидбоя. В музыке, да? Тихо. А, я же от взрывов-то защищен. Бобы! Ну вот теперь узрите мою мощь. Опять фортуна. Опять игровой автомат выпал. О! Благодарю вас. Куда ты? Ну я же говорил, что хорошо работает замедление. А я сначала думал, что это бомбы. Бомбы-липучки. А это нет, это... Это знаете, что было? Это святой выстрел. То есть еще может луч ударить с каким-то шансом. Я не знал. Это отлично. Это... Хотя и то хорошо. А что, музыка все кончилась? А, нет? Я думал, кончилось. Давай, святой выстрел. Уа! Так. Что-то мы про секреты забываем. Теперь уже можно не торопиться, реально. Так, где там мы еще не проверяли? Бомбочек много. Проверять можно теперь часто. Так. Причем можно даже... Ух ты! А вот, я не знаю, есть смысл в кусачку заходить? Потому что с жизнями-то не очень. С жизнями-то так себе. Пауки сейчас, да, вывалятся. Нет, денежки. Нормально все. Это тоже нужно тут расчистить. А что, не?
Ты смотри, ты смотри. Так, теперь ищем суперсекрет. Но это нам вверх, наверное, вот сюда. А, тут еще и камень хороший. Синий камень. А давай вот так. Дынь. Сердца выпали. Значит, у нас не полные сердца. Не полные, ребята. Нужно ключей пособирать. Мы же будем Еру-то использовать. Так, а в кусачку я на всякий случай не пойду. Я знаю, что жизни у меня много, но я боюсь. Метатон Нео. О, какой. Ты смотри. Так. Тихо. Нормально делаем. Нормальный урон. Я думаю, даже для мега-сатаны хватит. Точнее, для омега-тем. Успел. А, нет. Он как-то умер там. Так, ну поехали, друзья. Конфетка. Последний коридор. Его сейчас будет очень приятная музычка. Воу-воу-воу-воу-воу. Это кто? А, это толстый. Точно, это толстяк. А по-моему, я забыл суперсекрет открыть, нет? Да, забыл, по-моему. Ну ладно. Ух ты. Так, началось. Большие бомбы. А, нет, это так работает. Я понял, все. Я вас понял. Ключи. А, надо найти. Может быть, бланк. Бланк, кстати, выпадет. Бланк карта. Так, свет включи. Алло. Ну? Уа. Интересно, сможем ли мы сделать еще более сильную турель? Так. Нет, да, тут секретов? Нет. Нет. Так, тихо, пока не... Тут пока мы не пробуем, не смотрим. Потому что может попасться бланк-карта и все. О, какие тут ребята. Пока тоже не берем. Пока посмотрим, как дальше пойдет. По жизням у нас все нормально. Тум. Тум. О, Джерри! Вот это плохо. Вот эти ребята, они... Ну, это же Джерри. Это же Джерри. О, это у нас обычный секрет. Причем такая комната уже была. Пауки. Окей. В смысле, откуда выпали эти троллибомбы? Интересное кино. Так, давай этого сначала. Этот послабее по жизням. Он только мешать будет. О, нормально. Мешок. А, это заново, типа, да? В первую комнату бросает. Чериск. Смотрим. Нет, ничего. Ну, два Little Horn, это не страшно. Причем я заметил, у них желтые почему-то глаза. С чего-то вдруг. Секрет. Секрет. Ну, тут его не может быть. Потому что комната связана. Хорошо, хоть не перевязанные, не перебинтованные. О, они тоже могут так делать. Я не знал. А нет, хотя знал. Чё-то я не знал-то. Ой, да ну, ну перестань. Мне жизни еще нужны. А то вдруг... Вдруг будет тяжело. Оу, каки. А, у меня, смотрите-ка, аура-то пропала. Аура пропала. И у меня что-то жизни все меньше, меньше, меньше. Это уже становится опасно. Так, это у нас кто? Кто это вообще? А, да ладно. Так, вроде бы не это, не ударились. Вроде все нормально. Справедливость.
Ну, сердечко есть, окей. Так, а кого тут лучше бить-то? Наверное, вот этого, да? Чуму, потому что он поспокойнее. А война, он, Вулкин-то этот, он по, как сказать, по более буйный он. Вот здесь должен быть. Довольно большой уровень. О, стигматизм, быстро мы его. Так, а я не понял, а где супер-пупер секрет? Здесь его не может быть, но просто я уже что-то не пойму. А, мы далеко не все комнаты открыли. Так, здесь, наверное, будет босс, да? Да, я про босса забыл, между прочим. О-о-о, вот замедление-то как работает, отлично. И мы даже без ауры, в принципе, мощные. Плюс еще мы сундуки не открывали, там неизвестно, что будет. Не один причем. Ой-ой-ой. А, ну хотя... Ториэль с нимбом и ангельскими крыльями. Мне кажется, это замечательно. Это прекрасно. Это ей подходит в любой вселенной, наверное. Так, все нормально? Ага. А-а-а. Это гнев. Угу, понял. Это гнев. Еще и с сердцем таким, смотрите, у нее. А я так и не понял, у меня... В смысле? Ах ты, смотри! Ударило! Ударило все равно. Но справедливость восторжествовала, мне выпало синее сердце. Так, это у нас... Это у нас голод, по-моему, да? Да. Так, а ну хватит. О! Когда я не ожидал секретку открыть, она открылась. Окей. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Так, что же там? Там руны, да? Нет, там ерунда. Хорошо. Папайрус. Окей, папайрус. О, какой я быстрый. А, ну это аура такая у меня. Тихо. Спокойно. А, в этой фазе он сложнее или легче? Что-то понять не могу. По-моему, легче. Не, он легче в этой фазе. Все, хватит. Хватит. Теперь. Не хватает трех сердец, это не страшно. Идем сюда. Пауки. Ну, пауки они... Ой-ой-ой. Они много урона не вносят. Бояться не нужно. Так, теперь давайте разбираться с сундуками. Поскольку у нас не будет... так. Что это? Футбольный мяч? Это вот это, что ли? Да. Ну окей. Ерунда. Так. Сундуков у нас нигде нет, да? Ну, поехали. Ну это вообще-то мощная штука. Вообще-то это мощная штука. Очень. Так, это у нас... Типа фетуса. Гетон ли... О, смотрите, классно. Если я получаю урон... Во-первых, три синих сердца. Если я получу урон в комнате, то до конца прохождения этой комнаты я получаю только половину урона. Замедление всех. В принципе, то же самое. Ну, просто три сердца. Это что? Замедляющие слезы? Окей. Самонаводящиеся слезы. Ну, допустим. И гастробластер? Так, и что мне из этого нужно? В принципе, самонаводящиеся слезы, потому что они будут работать всю комнату. Ну, другого я ничего не вижу здесь. Так, это у нас... Смотрите, как это работает. Это, по-моему, вот.
Тынь. И все. Ну все, давайте побеждать. Омега Тем. Я с гор. Так, все, включили. Хотя там и так огромные будут лазерные кольца. Ну вот, все, его уже, видите, расквасило. Да, не смотрите, как они реагируют-то на них. Хотя, по-моему, я сделал себе урон чуть поменьше, чем был, или нет? Чё-то я не пойму. Нет, нормально его так. О, этих-то вообще изи. Я так понимаю, чем лазерное кольцо больше, тем оно больше урон наносит. Да, хорошо. Или нет, или не обязательно. Нет, по-моему, не обязательно. Хотя нет. Что он хочет? А, его не перекрасили, смотрите-ка. Точнее, его перекрасили так, что он, ну, маленький лазер-то. На самом деле он огромный у него. Лазер-то этот. Ну все. Как бы... Давим его этими лазерными кольцами, и он умирает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и увидимся в следующих видео. Всем пока!